Черкесске состоялось мероприятие, на котором присутствовали гости со всего Северо-Кавказского федерального округа. Тема встречи – создание ассоциации благотворительных организаций Северного Кавказа для более эффективной работы по сфере благотворительности. Подробности в репортаже Карчи Беджиева. На территории СКФО действуют две благотворительные ассоциации. Одна из них находится в Карачаево-Черкесии, другая – в Дагестане. Их работа эффективно показала необходимость объединения усилий в области благотворительной деятельности на всем Северном Кавказе. В Карачаево-Черкесию для создания ассоциации благотворительных фондов прибыли гости двух федеральных округов – Северо-Кавказского и Южного. Около 40 некоммерческих организаций изъявили желание вступить в ассоциацию. Новые вызовы, такие как пандемия, проблемы с экологией и многое другое, подталкивают ассоциации объединяться для более эффективного решения проблем. Это, безусловно, увеличит эффективность благотворительной деятельности, систематизирует, поможет быть более прозрачным, более открытым для общества. Это и борьба с мошенничеством в области благотворительности, которая очень сильно развивается в данное время, и поэтому мы должны усилить пропаганду открытого, такого честного диалога с населением. Благотворительные организации не раз показывали колоссальную работу, трудное время и не только. К примеру, благотворительный фонд «Тешам» ведет свою работу с 2013 года. Сотрудники реализуют различные интересные проекты – сборы для помощи малоимущим семьям и детям-инвалидам. А также они сотрудничают с благотворительными организациями Северного Кавказа, такими как «Самира», «Территория милосердия» и другими. Как отметил один из уважаемых гостей, депутат Народного собрания Ингушетии Ахмат Костоев, если мы все объединимся, то совместно решать поставленные задачи будет намного удобнее. Хотел бы выразить слова благодарности своему брату Кубанову Расулу, главе республики, всем организаторам вот этого мероприятия. Карачаево-Черкесия всегда является вот таким объединяющим регионом всех северокавказских республик. В новую ассоциацию вошли десятки организаций СКФО, а также две уже действующих на Кавказе благотворительных ассоциаций Карачаево-Черкесии и Дагестана. Вступить также решили представители Адыгеи, что делает структуру межокружной. Таким образом, некоммерческие организации макрорегионов объединяют фонды для масштабирования благотворительной деятельности и рассчитывают на более эффективное взаимодействие с органами государственной власти. Карчи Беджиев, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.